Поклонники Халила Ибрахима Джейхана отмечают и новый сериал, и успех в социальных сетях. Халил Ибрагим Джейхан, добившийся большого успеха благодаря ежедневному сериалу «Эманет», находит мощную поддержку в социальных сетях. Актер, совершивший за последние два года большой карьерный скачок, сумел также сделать свое имя известным поклонникам турецких сериалов за рубежом. У Халила Ибрагима Джейхана есть преданные и влиятельные поклонники в Турции и разных странах мира. Это страстная фанатская база, ежедневно делающая тысячи сообщений в поддержку актера в социальных сетях, не приемлет никаких комментариев, кроме хвалебных в адрес актера. За последние дни страстные поклонники сделали сотни тысяч сообщений об актере, особенно после того, как он стал участником нового сериала «Кирлиси 5». Актер, который в новом сезоне вместе с Мелиссой Дюнгель снимается в сериале «Кирлиси 5», похоже, еще больше зазвучит, приняв участие в еженедельном телесериале. Еще одно событие, мобилизовавшее страстных поклонников, которые с энтузиазмом встретили новость о выходе сериала на экраны Fox TV. Халил Ибрагим Джейхан занял 3-е место по результатам голосования пользователей в опросе «Самый красивый актер-мужчина 2023 года», проведенном журналом Nubia. Поклонники, поделившиеся сообщениями об этом опросе, в которых также были размещены изображения актера, были чрезвычайно рады, что знаменитый актер был упомянут с таким позитивом в социальной медиасреде. Халил Ибрагим Джейхан, пользующийся поддержкой столь страстных поклонников, похоже, станет одним из самых обсуждаемых имен в социальных сетях на протяжении всего сезона сериала «Кирлиси 5».